Песня Алёши «Сна». Старая песня, ну тут как-то вспомнилось. Расскажи мне о том, кто распят на кресте, кто вколачивал гвозди, а кто умирал, и как красный ручей протекал по руке, и кровавым дождем на земле оседал. И как щерилась злобно старуха с косой, как костлявые пальцы тянулись к лицу. Кто молился, крестился дрожащей рукой, ну а кто ликовал, веселился вовсю. Пока ясен твой взор, нарисуй живой крест на кирпичной стене. Кто-то твердой рукой передернул затвор, и мелькает мишень у тебя на спине. Всем.